привет. Мое утро, так скажем, начинается сегодня с мяса. Короче, я тут залила уже полностью смесью. Буду мариновать шашлык. Завтра будем жарить. Осталось сюда добавить только лук. Вот, налила кофе. И сейчас с этим сочником еще перекушу. И скоро уже бежать нужно будет на квартиру. Все, лучок тоже добавила сюда. Сейчас потолще кольца резала, потому что в прошлый раз, блин, сильно много лука послетало. В этот раз хотелось бы тоже, чтобы был зажаренный лучок. Короче, стояла я, думала. Перед работой еще, ну, перед квартирой пошла волосы помыла. И что-то так посмотрела на себя. Короче, я заплетаю, они у меня еще мокрые, заплела вот эти вот фигни-мигли и буду собирать это все дело в хвост. Вы смотрите, какую я отхерашила длину. Они были где-то вот так примерно. Я отхренашила волосы. Короче, Денис офигеет. В прошлый раз, когда я так последний раз постриглась, он сказал: ты чё, бля, не надо было так коротко, а мне нравится. Блин, я просто кайфую так, голове легко, свободно. Блин, потому что там в срезе, короче, в этом вот, ну, я отрезала, да, там такая копна волос, там просто, наверное, миллиарды, триллиарды волосин. Трындец. Ну, блин, тяжелый этот хвост, все равно волосы густые и неудобно, а так вообще супер. Заплела в итоге две вот такие фигни. И один все-таки хвост, не два, потому что что-то неудобно мне с этим капюшоном. Вот, Полину покормила, она дома. Я сейчас поеду, выселю людей тут недалеко от дома, и потом еще на одну квартиру сгоняю, и плюс еще мне нужно будет зайти в аптеку, поэтому вот так, я вышла на полчаса пораньше, то, наверное, пешком потащусь, вот так, еще, может, в Кему там зайду, фиг его знает, надо этой пупырки, блин, либо идти на рынок, надо к сестре, у нее там это, есть этот упаковочный материал, но, блин, все некогда, все не получается. А там уже как приду, буду учить с Полиной уроки. И нужно заполнить еще заявление на лагерь. А нас 28 по 2 будет ходить в лагерь. Так что вот так. Будет целый день там. Ну, короче, иду я пешком. Мне тут буквально пройти остановку. Просто траликом, если ехать, это получается еще дальше. А идти ближе. Сейчас он спущусь, Неман перейду. И все, я на месте. Вообще, так хочется уже велик взять, блин, под задницу. Только колеса надо качать. Я бы поездила с радостью. Ну все, 20 минут, и я на месте. Красота какая. Фух, мне в этот дом. Сейчас только дорогу перейду. Сейчас без 4 час. На квартирах везде такие большие классные зеркала, короче. Вот как я сегодня выгляжу. Ветер мне прическу, правда, сделал такую получше, как ему нравится. Куртка, майка, джинсы и кроссовочки. Так вот, кедики. Так что все. Ой, я еще в подъезде, блин. Там стены покрасили, бля. Я уже куда-то влезла. И так вот. Все. Ну, тут вроде нормально. Сейчас люди ушли. Тут двое только было. Так что, в принципе, сейчас я тут быстро все проветрю, подмарафечу, что-то даже помыли за собой. Обалдеть. Я вытираю тут подоконник, он сидит, чудо, орёт. Увидела меня и свалила сразу. Все, сейчас иду в сторону автовокзала. Но в аптеку надо. И потом еще на квартиру одну. В мой дом, где я работаю. Зашла за горячим шоколадом. Сейчас, короче, зайду в Гему, гляну, почем эта пупырка. Упаковочный этот материал. И пойду сразу на квартиру. Вот, короче, нашла вот такими большими рулонами и поменьше. Короче, 4,70, грубо говоря, вот такой вот рулон. Метров на 80 сантиметров. Короче, у меня вышло без мало чего 7 рублей. Вот так вот. Ну, повыгоднее, короче. Такая дудка. Все, блин, можно упаковываться. Единственное, что только на Европочте спрашиваю по поводу коробок. Че почем?
И нужно будет высчитать, сколько за упаковку и за отправку 3 рубля. Меня задолбали, мне по Беларуси очень много просят высылать. Мне так сыкотно, блин, я боюсь, что, блин, не раскромсали. Жесть. Ну, будем пробовать, что делать. Все, иду, блин, готовить квартиру. Все, квартира готова. Сейчас соберу все постельное, короче, грязное в мешок. Завтра поедет в химчистку. И буду выходить, сейчас зайду в магаз, какой-нибудь колбасни куплю. И пойду к Денису на работу. Так что все, тут на проветривание все окна оставила. Завтра люди сюда сами заселятся. Вороны каркают, я, блин, тут сижу. Денис сделал столик такой. И лавку. Несет мне кофе. Вот какую лавку забазал. И тут типа обожженный эффект такой. Я пью кофе, Денис уже попил кофеек. Какой-то горький пипец, невкусный. Все, через пару минут автобус наконец-таки. Поедем домой. И как назло, сейчас люди приехали, еще за досками пошел обслуживать. Капут вообще. Прям ему, блин, на автобус, а не приезжать так поздно. Все, едет автобус наш. Короче, мы уже дома. Обжарила картошку и с сарделькой ем. Сейчас пойдем с Полиной уроки еще учить. Вот так вот. Вкусненько я кушаю, доедаю уже. И едим с этой вот аджикой. Она уже закончилась. Очень вкусная. И шашлык, когда я жарила в прошлый раз, тоже ели с ней. Обалденнейшая аджика домашняя. Неужели ему удобно так, а? Развалился и спит, еще и лапки свои скрестил. Короче, отшлифовала все, погрунтовала. Все сейчас такое ровненькое, красивенькое. И с обратной стороны, в принципе, можно уже красить, но пусть сохнет это. А там уже, наверное, завтра днем начну красить. И как только начинаю снимать, сразу этот идет срать, так скажем. Да, кс? Мрррр? Да? И сразу шкрябается. Вот, поэтому буду все ставить. Ну, завтра доделаю, не знаю, приду с работы. Вот, сейчас все ровненько, красивенько. Вот такие просто они белые, гипсовые. В ТикТоке, кстати, пока сидела в эфире. Покажи, покажи, в итоге пипец. Походу, будем просто с Белоруссией работать. Даже не с Гродно, а с Белоруссией. Ну вот, многим зашли эти руки. Прям пипец. Говорит, мне бронзу. Короче, надо черное готовить и бронзу. Ну вот, это прям пока что такой спрос, так скажем. Вот так вот. Так что, блин, не знаю. Надо будет попробовать одну посылку какую-то отправить, посмотреть, доедет спокойно, неспокойно. Но вот если будет как-то хреново оно все доходить, допустим, там, да, то нужно будет делать пометку хрупкое. Короче, все. Это сохнет. Я на дорожке походила где-то минут 25-30, где так. Кс-кс. Да. И пойду сейчас монтировать видосы. Буду ложиться спать. Ах ты маленький. Это он со мной уже не дружит после вчерашнего, потому что оттырила я его, короче, по жопке, по жопке, по жопке. Собака такая сбежал, короче, вон хвостом только машет. А потому что орхидеи выворачивал, поэтому трындюков отгребал. Так что все, сейчас я это все отсюда поубираю, чтобы никто это мне не сломал. И пойду укладываться спать. Все, всем пока-пока.